Да, я тут. Ну, не удивляйся, тут весело будет. Я прочитал ник Лелуш. Такого рейда у тебя давно, наверное, не было. Так что будет весело. Можешь попкорном запастись. Веселиться. Заходим. Турбой стоит также в Долоране. Угу. Погоди, не... Это еще нормальный рейд. Мы не видели рейда, на котором Берса врубалась на корабле. Там она есть, да? Да. И, оказывается, на циркуле была. Я не видел, конечно. Слава богу. А кто там специалист по вейпам? Определите. Опять лагает. Опять дропнул. А, DDoS атаки, DDoS атаки. Лагает, просто дропнул. DDoS'ят, пацаны. Не, вчера кто-то говорил. Поставочки. Поставочки. Ты в среду не видел, как лагало поставочки. А, ты что, когда зашел после лага? Это ты, наверное, там промышляешь. Это циркуль кошмарит, обидели за перенос. Да, и вчера кричали там, типа, что сегодня сервак опять, пока в 19.00 пойдет. Они уже четвертый или пятый день кошмар. Там Darkstars, говорят, 1000 персонажей переходят на Сирус. Короче, был прикол, когда дали поставок, тоже много, очень неделю. А когда циркуль обиделся, их Сирус спалил на... У нас, получается, голосование, было два сервера для голосования. Циркуль проплатил на втором, чтобы их подняли в топе, и после этого Сирус это публично, короче, выложил, все это рассказал. Сирус убрали. Сирус убрали вообще из голосования. Из таблиц серверов. Вообще убрали типа, с того сайта. Типа, что он нестандартный? Типа, просто проплатил Циркуль, их выставили на первое место, а Сирус убрали вообще. И что в итоге? Ну, короче, в итоге нас неделю дедосили и неделю поставок дали. Не, в итоге то, что есть люди, которые влаживают по 500 евро в персонажа, а это тупо пиратка, которую дедосили. Могут себе позволить, в чем проблема? Да. А чем? Они оф не дедосит никогда, что ли, никто? На офисе стоят сервера получше, чем на Сирусе. Конечно делаю. Хотя такие бабки, они же могли обновить сервера. И кто знает, где у них сервера, может, и в Германии, может, еще где. Я вам хочу сказать, у нас сервера, ну, там, где я, очень крутые. Но если захотят задудосить, задудосят любой сервер. Поверь. Чтобы задудосить, надо звать великого дудосера. Ну давайте подудосим, чё. Негодяй, ох, негодяй. Чисто категорически не хотят давать поставок. Да, так ты с учетом среды вот это все тянется. Так они хотят давать, потому что и так до хрена за год был. Ну они будут понимаешь? Давать, когда будет весь онлайн, там, среда. Ну извините, конечно. Ну, лаги их проебут. Дедосы попускают себе. Слушайте, а чисто поржать, вы все говорите, там, дедосят. А кто-нибудь из вас хотя бы хоть приблизительно понимает, как визуально выглядит перегрестный трафик дедос? Нет. Я главное знаю, что как оно называется, остальное. Да, да, да. Ну, я знаю, это просто когда несколько тысяч аккаунтов одновременно обращаются к серверу, сервер не может просто физически выдать информацию и происходит краш. Не просто несколько аккаунтов. Они обращаются с определенными типами запросов, которые, как правило, сервер не знает, как обрабатывать, которые вызывают, во-первых, ошибки. И все в таком стиле. Это не просто обычный там залогинился, вылогинился и так далее. Это очень специфический объем трафика. Саня, сколько ты уже дедосил? Чешо. Что ты уже дедосишь, Саня? Давай я раздедошиваю, заебал. А что это за операции? Операция У и А, да.
Я тебе частично описал, что должна вызывать операция. Это не просто обычный логин, вход и так далее. Это именно пакеты, которые идут по ошибкам сервера, которые именно вызывают, когда у тебя, например, приходит... Давайте объясню на примере почтового сервера. Массовый у тебя приходит, например, пакет, который имеет там в адресатах, например, 500 пользователей. И сервер не просто обрабатывает этот пакет, то есть в данной ситуации на серваке должно быть указание, настройка некая такая, которая ограничивает количество получателей и так далее. Вот то же самое, например, когда ты отправляешь пакет, например, в игре 500 пользователей посылку, например, делаешь, письмо отправляешь, массовые рассылки. Вот в таком стиле должны быть нюансы пакетов. Познавательно. То есть обычные пакеты, там спикхаки и все остальное. Почему ты да, смотри, ты видел территориально, где серваки находятся? Два сервера находятся на одной площадке, два других на другой. Вообще сама процедура анти-дедоса, она на самом деле платная. И на серверах она стоит. В данной ситуации серваки падают не из-за дедоса, это преподносят именно дедосом. В данной ситуации происходит не дедос, а такой символический обмен пакетами по именно ошибкам, которые на фришках. То есть как вообще атакуют сервера? И в свое время линейку атаковали, и вов. Люди просто ставят у себя дома. Люди у себя просто разворачивают сервера, разбирают их, смотрят, где у них слабые места, и просто-напросто так и делают. Саня! Успокойся. Я зашел уже, шост, успокойся. Вот, я вам скинул, что тут написали. Технические неполадки. Они выясняют причину. Заходят уже. Это с 04 по 06. Значит, еще одни появились причины. О, Лана встала на пьедестал. Нормально. Отлично. Турбой, этот, тело есть, нет? Я рисую уже. Отлично. Ё-моё, надо с какого-то дискорда выйти. Пришёл рез. Турбойс, пришёл рез. Плюс-минус. Сейчас ещё раз резаю. Ага. Кто там включил? Сколько там? У свиньи длится это. Кристинка, наверное, сколько всего знает. Я не знаю. Вот третий раз уже резаю, ему рез не приходит. Попробуйте тот другой рез на тело. Сейчас я резну. Предмет зависти, да? Полчаса просто, прикинь. О, смотрите, что было. Если бонусов вернули за экстра поставку. Пришел. Кто гавкает? Ну-ка, логнись. Ребята, фармит сейчас станет траву или нет? Да. Вот сейчас нам классно фармить траву, потому что она вся есть. После каждого ребута все возобновляется. Так, пойду пока что пофармлю. Ну я тебе травник могу сказать, она это связано не с ребутом, это связано с тем, что именно временной промежуток сервера откатывает, и вот трава, которая должна была там реснуться, там, например, за 8-7 минут, это практически твой полный круг по споту, и фактически у тебя она просто порессовать больше. Ну чё? Можно идти искать этих. А там есть анимация реса? Ну, нет анимации реса. Рес не приходит? Найди элемент. Ну, лети в ЦМК просто и все. Это, ребят, еще такой вопрос. А вы же делали охоту, да? О, он не сможет лететь сюда. А есть у кого там, кто из ДСКД, Оня Грун? А сделай исправление ошибок. Тебя не реснет тогда? Да, реснет, но он тоже марк повесит. Да. А ну стой, подожди-ка еще раз. Попробую. Да я его резнул целку. Он уже с маской лежит.
Смуней будем, нет? РБК пойдем? На СРТ! Так, алло, прием. Шкаф поставили. Ну все, отрубайся, не кусаем. Кого сумон плюс чат? Там укус, он умрет сразу. Я вот все не могу понять, откуда у меня музыка целый день в окне играет, а оказывается сегодня выпуск. Ой, линейки, вернее. Тыкаем. Все возвращаемся на цирку. Мне есть куда вернуться. Там мне тоже. Там на циркуле типы играют, которые говорят, что если циркуль закроют, то не будут больше вов играть. Пацаны, а вот если переводить оттуда перса, то какой шмот переводится тут? 245 плюс. Никакой не переводится. Нет, ты здесь, Миша, ты что получаешь? Типа там нужно иметь минимум 245 левел, сюда перенесут 200 левел и 80. Они дадут быстрый старт. Надо говорить правильно. Я... Не перенесут, а дадут быстрый старт. А тот персонаж удалится. Все персонажи на аккаунте. Его можно восстановить, но ты восстановишь его без шмота. Ладно, всё, потом подошутим. 8 минут. Курим? Ну а что делать? Что делать? Конечно, курим. Топовый додачник не умер. Почему курим? Турбойс, маска в турбойс. Ой, мультя пришёл. Невестный. Вместо кого там? Вместо вот этого. Между толкача можно. Да, да, вместо него. Сейчас вместо Лелуша. Он РДБшник, это большой плюс будет. Ну, просто уже 4 шипы будет, Лу будет их разгонять. А ДКшникам. Уже посерьезнее. Кстати, уже переноса Зикста нету. Точнее, его даже и не было. Да это бред. Только с X5 остался. И вроде X1. Давайте анекдоты рассказываем, нет? Построишь скоро лестницу. Ну как, ну, скоро? Ничего. Через день. Скажите, когда маска у него сойдет, чтобы зайти. Ну еще 7 минут. Что там, травники начали 21.50, подходите, не ошибетесь, короче. Ну поуспеем вот полкомбат выиграть. Сейчас. Sega Mega Drive. Mortal Kombat 2. Хорош. За кого сыграть? Давайте, скажите мне. Скорпион. За Шай Цунга. Вниз, вперед, кью. Get my fight. Это как? Хочешь приколы? Крутой мир. Просто один осколок зацепит. Кто может кинуть на твинтаги? Просто твинк. Ну, них. А на кого написать-то? Не двое? Двое, да. Почему там столько 260-х позапалило в онлайн? Финишер. Finish him.
только убил. Крикача, в честь кого у тебя перт назвал? ГТД. Гриент. Только в его честь. Сейчас он придет. Мы его опустили. Я назвал Пэта в его честь. Вдруг не хватит. Мафия Хорд. А никто не знал, сколько надо лет играть, чтобы получить гид последнего уровня? Да, задавайте просто. Ну, а это надо просто голосовать. Просто макросом набирать овер сотни людей, и они будут тебе качаться, делать квесты в лиле, и видео будет акция смотреть. Изи? Не лоялка, там рефералы капают. Три аккаунта рисовал через зафиральник. Рисунку и я... До пятой карты должен выкрутить. Так, у меня блок выкрутит. На каком, на X10? Нет, тут. Видишь, что это точно рефералы твои были? Ну, проверь в личном кабинете. Ну, например, Сапротинка точно мой реферал, но я так и не выкачал ее. Две минутки маски. Кто-то мультик. Финишем. Мульт, ты здесь? Надо орать хохол. Куда он? Айка. Походу. А если хахли? Лол, заходи. А мульти с кем арене? Финишер. Нет, я никогда по товару не арене. Короче, каждый раз я попадаюсь на врага и попадаюсь на врага. Ты по лаварам ходишь на арену? Я еще на арене. Да. Я не хожу на 2009 рейтинг ходить. Ты так не хочешь. Я говорю, я не арене, это мальчик ходит. А кто с Харькова? О, ты заходишь, не? Это будет кусок. Все, Макс, убил у него. О, вы знаете, такая группа есть без билета? Я его поставил. Ему надо, пьем. Ладно. Чек на готовность. Сколько уже времени в целка? Да хера. С пяти, считай. 6 часов. С полшестого. У меня реально сейчас под окном уже концерт выпускной, люди школу закончили. Я сижу, блядь. А все так. Я хочу выйти хоть размяться, блядь, потому что мы уже 5 часов тут. Хексер. Ко мне уже фасель закончился. Хексер. Я ж тебе давал вроде фласк. Или нет? Хексер дала ранее. Шкаф по-любому. А, шкаф. Лезу, еще раз на готовность, он не подтверждает их. Ну, это вообще спать пошел, он что-то писал до этого. Но он горел последний драйв. Хуярь ГПМ. Только вчера в зале сразу КП, да? О, смотри, он звался сразу.
А, нет, это не я его брал. О, друг здесь, отлично. Бафы все проверь, рыбу поешь. Оставьте, там ничего не надо ставить. Чек на готовность. Так я и начинаю вообще-то с ручкой с этим. Как я сорвал, я не знаю. Специально, чтоб не твинься. Хоть на месте стоит. Юля. Там она заканчивает. Чек еще раз на... Не послышалось или у кого-то колумбийский насморк? Чё? Акцент? Все здесь, отлично. Отчет на пол. Это было неразумное решение. Да. Факт. Ёп. Кусай за дума. Тени. Хексер. Правильно говорить, докер, блять. Факт. Бля, у меня чувак под окном микрофон орёт. О-о-о. Давайте лишний флот убрали. Мосс. Хант полежи. Факт. Распределяй дальше флот. Идти. Расколы. Тетелок моего. Так. Трубой стой справа, как раз около куса. Тотем и трепета поставили. Хексер побежал. Дайте на него каплю или антифир. Выбеги сразу. Мосс, так, бэйр Хексера, пожалуйста. У тебя не получилось. Лео, встанешь после вихря. Встал. Чего вы ренджу не набираете? Прохил. Факт. Дайте баф по ним. Лу-лу-лу. Справа. Факт. Элемент вот про. Я к тебе подбежал, Хан. Хан, к тебе подбежал, вот. Фуру мне отдай. Покусали. Факт. Орхидея. Тотем и трепета.
Где с Любовкой, где прячется, скажите мне. Ctrl-V нажмите, и все будет понятно. Сейчас ауру отдам. Дал. Начинаем представление. Больше ДП. Шинсон гата не назначил, кого куснуть. А чё, Зенус не в РНЖ стоит? В центре. Я с тобой рядом, Зидун. Клыкача Шинсон куснуть. Его укусили. Чё, погиб? Флачдан. Раскусали всех, Геру дали. Не раскусал, моего кусную. ШП. Убейте, ШП. В центре стою, убейте меня. Не факт. Факт. Твинси. Ну еще 20 секунд. Успеваем. Бабли убивает все равно. Смысла мне продолжать. 30 секунд в среднем. Бабли не убивает. Сейчас попробую. Еще 15. Факт. Но я никого не упустил. Лям. Слушайте, ребят, большой вопрос. Почему вы дохнете на взлетке? Вот сейчас дохло два человека. Элемент Про, потому что он был не в РНЖ, было два человека рядом. И сдох еще Рога, потому что подошел к Мишке, комнату, ну, к друлю, который Мишку привел. И еще Милик слева стоял. Вы что, не понимаете, как работает взлетка? Если у вас нет РНЖ, она кидает скилл 8000 урона игрока. Если рядом кто-то стоит, им еще половина прилетает. Если вы стоите, и рядом с вами еще три человека, каждому прилетает по половине, еще 12000. Дураки, что ли? Набирайте рендж. Держите всегда этот рендж. Иначе вы так будете умирать, как донные. Зовите этого, как там говорит Твинси, мультю. 8 метров, да, нормально. Соблюдайте. Укусы раздали ренджу. Метку вынесли ренджу. Пакт снесли ренджу. После эфира ренджу. Перед взлеткой ренджу, блять. Всегда держите ренджу. Если вы в Геру пойдете и будете так же играть, вот из-за этого будет просто ваншот из РНЖ. 8 метров, команда РНЖ 8. Кто там еще сдох? Азенус и что еще? Азенус и элемент двое на взлетке, они не держали РНЖ. На обеих взлетках сдохли от этой стрелы. Бедный элемент уже столько ГП. Как раз ляма не хватило. Никогда не учится, так будет лутать. Он шейпер пришел даже. Да уже третий раз я говорю про этот ранж, все равно люди умирают на ранже. Слышь, там шейпер пришел, может кого-то заменит. Там эклизмы, мульти толком. Клыкача элемента. Ну, на кого менять? Клыкач, либо элемент. Леон. Хотя элемента лучше... Не-не, элемента лучше оставить, потому что он ставит... Демона-то у нас нету, а баф ставит. По темпу лучше. Лод для шипашников. Ну, замену хотя бы на лану. Так.
Емоса. Почему? А кто-то написал? Нет. Он Алексей. И что? Да нет, Лизма сейчас спит какой-то, он работу дополнительно говорил, что взял. По вечерам занят, но не знаю. Если пойдет, это... Кушайте, чувствуете? Кушаем, бавдаем. Кристина, кушайте. Так, даю последний вам шанс исправиться. После этого произойдет замена. Кус, ловик, это. Элементы где? Элементы. Не врывайте первые 5 секунд, дайте РДДшку на Грагагру. Там всего 10 секунд надо. 50 секунд, все. Это ты еще, кстати, фир выносил, не забудь. Там метка на тебя была, это еще секунд 10. Тупо минуту. Нет, ну повесился, ну в чем проблема? Гурский, ты до этого как брал укус постоянно, без проблем. Даже когда я в этот... Ну, я сейчас наручкой настакиваю. Потом только одеваю двуручку и пытаюсь. И то я сорвал как-то укус. А ты настакиваешь скиллами или просто так? Я скиллами настакиваю. Надо настакивать автоатакой. Ай, смотри. Я настакиваю вот этой пушечкой. Где она у меня? Да я понимаю, 1.5 с хосты. Ну, вот. Ты понимаешь, сколько с нее урона? Суть не в этом. Суть в том, что я тебе говорю просто про настакивание. Настакивается автоатака, я тогда уже скиллы подбурсты. Давайте трайк. Согласен. Так, чек на готовность. Алиса, последний шанс, ребят. Чё? Просто поменяю. Чё у тебя с хп? Ну, чё у меня с хп? А, вот я нормально. Так, чего не хватает, Алиса? Всё хватает. Уже всё. Лео, алё. Все Лиф. Готовы, отчёт на пол. Взрывайтесь 5 секунд. Или зиду. Так. Отлично. Сместись правее, Алис. Не смещаться, когда мы увидим. Три стака. Войт. Держите рэмш. Пак. Зидума элемент у вас нет, он же потом сейчас олоху. Орхидея. Пак. Зидун, ты от туч урон получаешь, ты не видишь? Стоишь в туче. Эйти. Факт. Быстрее, ну, сбегаемся, алё! Чё остановились? Чё, блин, опять элемент тупит. Лучше побежал. Лучше. Элемент ничего не делает. Татаем и трепета. На месте стоит. Шредер, твоя аура? Отдавай.
стал. Держим рейндж, рейндж. Давай мне ауру. Да. Фак. Сбегитесь. Или нет, не можешь не стоять, сбегись. Лео, сбегайся, алло. Он вообще бьет? Элемент стоит в... Элемент не бьет. Он меня кусает, Буччи. Он его выкинул. Он вылет. Шансом справа. Факт. Хексер. Волк, я прямо за тебя. Ты меня просто не назвал. Факт. Иди. А, вот так. Это шанс. Шанс он их. Раньше набрали. Кого? Только войди от туч. А какой ты мекач? Смотри, я выше тебя, я выше Шреддера, я выше Бриста. Почему не сракишься? Ложились. Легли. А, мульти идет. Я не знаю, что спрашивать. Вот, видите? Кто умер от этого кровавого всплеска, тот не держит раньше на взятке. Там что-то двоих убило, при том, что каста уже не было. Ну, не просил, шел по рейду. Видишь, двое умерли. Там либо смотри, уронили, какая подкова. Это... Не это было неразумное. Все, не хочу ничего называть. Смотри, заряжается перед бог. О, мульти зашел. Сейчас спросим. Не повезло. Хексер, чё? Написал, что не хочет больше или ливнул? Кик-кик-кик-кик. Без него не захилите, да? Кого? Хексер. Но у меня какой-никакой ДЦшник есть. Я вот не знаю, ребят. Я не буду линковать ХП, опять скажу, что я, сука, честь страшная. А он сам ливнул друль, да? Да. Бомбанул, наверное. Шансунка, ты так говорил с ДЦ? Ну да. А что остается делать? Спекайся. Где шейпер? Так что шейпер за Рошаму можно, по идее. Еще элемент вылетающий постоянно. В каждом рейде где-нибудь да вылетит. Элемент написал, что он вылетел, он дискорс. Да, он даже когда не вылетел, вот когда мы первый раз сносили пакт, мы вроде снесли, в итоге потом начали разбегаться, ни хрена не снесли, он остался на месте, второй раз не сбежался, ни хрена, в общем, получилась такая катавасия. А второй раз, ну там вообще. Почему хилы стоят вообще, блядь, на краю? Почему на середине только один лочедан стоит? Хилы, распределитесь, там, я смотрю, какой-то шипешник стоит еще возле лочедана и лутает урон. Под тучкой. Уберите его от меня. Так, ладно, сейчас я за Твинси впишусь, но тут дело не в том. Она, блин, ко мне прижимается постоянно, я к ней рейд пытаюсь набрать в центре.
А она, короче, реально меня подпирает. Я тебя отодвигаюсь, она меня реально подпирает. Давай начнем с того, кто королевна в ней. Ну тут я честно скажу, она реально в центре. И она тупо возле меня. Хотит, вот. Он видишь на мне? Ну а если я такую корону куплю, что, я буду королевной? Я не пойму. Ну я всегда прям в самом-самом миде стою. Вот прям вот как-то так. Я могу подвинуться, я еще могу стоять, где скажете. Вот сейчас смотрите, я сейчас в бок побегу, а она опять ко мне в бок будет прижиматься и скажет, вы сказали не на миде не стоять. Сейчас я подойду, это Гуччи. Минутка. Если не то уж пошло, если хилы в центре как бы стоят, отодвигайтесь от них, пусть они лучше в центре стоят. Да-да, а вы сейчас что, серьезно проблемы в хилах? Если человек не смог найти свой таргет, кого укусить, ну бывает все-таки, ну такое, то хил это последняя инстанция для укуса, которую, ну, на случай укусов хотя бы укусить. Хилы, в принципе, в центре всегда стоят. Ну, не в принципе, а после 16 укушены. Тогда, да. А до этого можно вбежать в мили-зону и укусить. Он чебурлок, нормальный хил вообще. Кого там умоляют, пожалуйста. Проси, проси, проси. Жаль. Пожалуйста, проси, пожалуйста. Укусите меня, укусите. Пожалуйста. Жаль. Пожалуйста. Это, наверное, умоляет. Этим... Так, а ну, встали, шкаф. Рыбу, быстро! Убейте босса. Как есть. Ну, Валю надо будет точно убить сегодня. Где шкаф? Жилет, они убивают. Дайте ж поесть, шушу. Я вам рыбу на шкаф поставлю. Убейте. Точнее, на шкаф. На рыбу, тихо, когда я сейчас повешу, идите. Да. О, клизму, ё. Чё, менять будем, не? Кого? Ну, в ХЗ, там кого-то хотели. Кушка поменяли, я смотрю. Сейчас приду. И качество столько. Можете меня поменять, я не обижусь. Нормально. Что опять? Ты у кого там? Клыкач накосячил только один раз, когда не укусил. По остальным у него нормально. ДПС сколько у него? 6к. 6600. Кого-то на всех краях. Ну, на сурке, помню, у него было что-то до 8, или за 7 с чем-то. Чуть не последний. Полбав дали? По количеству хилов у нас в рейде? 3 хила и 1 не ДЦП. Спасибо, блядь. В принципе, я такой хилый есть, по-моему, сейчас. Без соки-то вставил, блядь. Так нет у меня бабок, дай бабла. Мне на ШП еле хотелось собрать, все бомжи. Ладно, мы нормально. Чек на по виклику. Щитой по КД, я тебе говорил, проседает кто-то в исповеди. Это и так молитву восстановления, которая на 5 человек стакает. Ну, ее так вот еще кидаешь. А потом молись, все. Короче, на взлетке. Угу. Все готовы? Отчет на пол. Маны злите, пока не пока укуса нету, не врывайтесь. Ману подвиси. Расколы. Забудь сместиться, Алиса. Фак. Налево, левее ставить сюда. Нет, в другую сторону, видишь, надо бежать. Факт. Ты не кричи, пожалуйста. Я не ору. Будем поесть точно. У меня просто голос громкий, звонкий. Орхидея. О, Дартрейнер.
Так. Ты куда ворвался-то, а? Набирайте всегда. Войд, распределяй. Это Юкуса, это. Сами вот. Да, разберемся, разберемся. Разбирайтесь тогда сами. Потому что так проще. Шредер. На мне аурок. Я вижу тебя, Хан. Пак. Через всю комнату пак. Тотемы трепета. Шансунг, на себя антифир повесь. Что есть? Рейнджеру сразу набирайте после эфира. Даю сакру. Рейндж, уйди от меня. Кто тут, блядь? Азенус, Рог, уйди. Кто это? Ну, бля, я между двух палов, никак. Вы видите, как мало урона получаете, когда не... Ой, там дави раскол. А! Так, не успел. Пак. Клизма. Пакт. Турбо, любовь, пацаны, я с любовкой. Раньше кто слева стоит, с укусами раньше. Слышь, Антон, ты говоришь? О, отдай. Да-да-да. Отдал. Ладно, я Лока укушу. Пакт. Любовка. Тотемы трепета. Укуси меня, пожалуйста. А, вот забыл. Раньше. Набираем сразу раньше. Медики. Кого кусать будем? Кусай кого, кроме хилов и танков, кусай любого. Можно укусить Шамсунга, Орхидею, Лелучика. Шамсунга нельзя, я хил. Лу, не бегай там. Шамсунга не кусаем. Про хил рейда. Задумай про хил. Не потеряйте укусы. Задума про хил. Пак. Кто это стоит? Квакач. Все, раскусали? Керу. Не раскусали. Ну, ё-моё, ну. Бейте, бейте. 30-х, вижу. У нас минут. Моса, бейрни его, пожалуйста. Пакт. Теперь убил. Кусайте, кого этот. Кто не укушен. Не успею. Так, сейчас был пять секунд. У меня сейчас что, бабл? 20-15 секунд. Факт. А, факт. Лиха! Гаврил Энеско упадет. Да, ну и говно. Подпишка конченая. Лиса сейчас будет ролить, правда? Да. Вот видите, ребят, вот вам пример раскусывания рейда через РДД в первую очередь. Будете играть как-то по-другому, будете байкаться тут. Если да. Не будете, конечно, овергиром тянуть. Локу что-то надо отсюда? Не знаю. Костя, тебе что-то надо? Нет. На ПВП. Шалан, тут разная фигня бывает. Я вон варом был тогда, забрал. Мейн спек, офф спек. Третий спек. ПВПшная шея. А чё не сработало у меня, дончик, алё? Я потому что у нас лок не сгиб.
Ну ничего не надо, ребят. Так он же написал, что ничего не надо. Минус, алло. А, выставляй на... хорошо. Лиз, по одной воительнице. А чё там? Хилы. Я чё-то на ПВП эту треню носить нельзя. Ни на арене, ни на ПВП. Она бесполезна. Дуэли. Да. Дуэлик нормально. Алиса, здесь пошли танчики. Она залит. Чё, обзор есть? Гоните обзор. Да, я тоже интересно. То есть я полное говно или не очень? Лучше не линковать. Я не нажал main spec, блядь. Ладно. Так уж. И чё, это хорошо или плохо, ты мне объясни, блядь. Могло быть лучше, старай. Так, Саня всегда позитив придает всему. Реальный, скажите. Ну ты всего от друида отстал там на, ну, в половину раз. Это абсорб. Да, это абсорб. Убейте левую пачку, не получаете от руководства вы. Зенос, ты куда? Пошли. С всеми. А может, есть кто на замену хочет? Я бы пошел на замену. Не так спрашивает. А мы синдру править будем? Или уже поздно? Поздно. Можно до пронос. Ой, 25 опций, как до пронос вообще капец. До проноса не приходит никто. Сидим полтора часа. И собираем 5 человек получать. Ну закрывает заодно тогда. Мы сидим на лане по 2 часа. Видишь, что на лане было, чтобы на синдре. Сейчас глыба в одну взбегутся. Будут шишки собирать сверху. Не, ну на синдре я точно схил. У меня, или блин, на лане выиграл. Почти все глаза в хилботе были. Эрик, ты его РДД правда. Пришло. Как он, Силь? Забери охотницу с меня. Слышь, Лимошка, тебя случайно не Антон зовут? Нет. Никто не знает его имени. Бля, просто голос так похож на знакомого человека, еще сидит здесь. Кстати, у него там в заметках должно быть написано имя, а не у него написано Лимошка, все нормально. Лимон, точнее. У тебя голос похож на бутону. Антошка Лимошка. Ты чё задумал, я же, ты мне вообще станкового стримера напоминаешь по голосу. Броня не пробита! Че, я так и должен, блядь, по мане садиться? Ну, мне хилки с нами. Не агрессия, дай тебе попью. Мост залей, твинтиман. Берите правую, РДД левую. Ты как на зелен врубаешь на улице? Вообще-то в ДЦ должны собираться в СПД, потом крик. А хосты им почти не надо. У меня половина шмота шипешного. Типа и вообще сета никакого нет. Чисто нон-сет. Да ладно! Все, что у тебя только сет будет. Вот кто пристал собирать? Да, будет на шипе. СПД. СПД крик. А мана как, типа, на тринках? Типа, как мана регенит? Чешка и счёты. РДД, милите левую пачку. Которая без полковов. Шо, когда будет полонир? По охотницам играйте, пожалуйста. Не надо офереть. Полковов, дайте ставку. На самом-то не стоит ничего. Дайте шасунгу ману, что ли, я вижу без маны вообще. Да, я привык.
И что-то начинает целка лагать, а вообще нет. Не понимаю, что за фигня. Вот плохо без протовара ходить в рейды. Я всегда забываю про расколы. А Зену, как у тебя в АФК стоит? Ништяк? Пишет все. Собери полководца это. А здесь? Ну, тогда бейте так. Белые розы, белые. Херик, интересно. К чему это, Лаждан? Чё, Лаждан? А вставать бежать или нет, или раз? Там. Кто-то поможет, нет? Трэш хилит, нет? Никто тебе не поможет. С тобой, что ли? А где лопач, блядь? А вот он. Мы тут с магом отдыхаем. Прилягли. Чё опять бой, блядь? Расплавлен. Надоело. Дайте БР, плевать на синку на вас. Теряйте полную, да. Ша, нас заступников оживило. Да, заступников. Ой, бегу. Заступники живы. По заступникам играем, пока не кинуло все. Затупники. Они подвальку подвели. Они чем-то напоминают наш рейд на лане. Питаем Грендель и... и Арнат. Грендель и бомб. А где-то у меня в сумке есть. Дымыч. Чего? Кто там собрал? Там он? Они не гуманоиды разве? Не жить. Отхиляйте её, паладин. Но она бегать будет по всей комнате. Ой, сердце. На фирме на стрелу чё-то не было. Там дерево пополам разрубило, блядь. Все побежали, резко никто не будет, что ли? А уже надо суммонить. Оставьте шкаф. А что, 4-4 на салоне профитный? Ня. Тыкаем. Чё, ты мне FPS выпустился сильно, целка. Походу, надо Windows переустанавливать, что ли. Да надо тоже, да, на что-то переделать, потому что пипец. Рыбу поставил, кушаем. Мне назад в ШП? Нет. Нет. В ДЦ. Тут еще мой кто-то ухил, может. С любавкой у тебя есть хил? Нету. Так, да кто-нибудь одна прохилит. Чувак, когда хил у тебя будет? Тыкаем. Походу скоро надо будет, я не знаю. Отлично. Фулл баф дали. Димон. Лимон справа, Алис, ты слева. А, можно? РДД, ваш приоритет. Разгром, маги, этот, кособоки, потом пуджи. Милишники, разгром, подавители, маги, пуджи. Под пуджа даете ОЕ. Ханты под пуджа только убивают каток. Действует, понятно.
Чек на готовность. Я когда буду выходить, очень внимательно следите, ладно, за мной. Если у меня болка не будет, смотри, там говорят, после выхода этот, говорили, Холи Палы спадает, как его, частицы. Ну, я ее обновляю. Один раз кастану, но столько есть. Чек на готовность. Мак, трубой, повешишь эту ручку. Усиление. Шлюбовка. Да, не нажался, извиняюсь. Сводите их в центр. Чужаки ворвались во внутренние покои. Новоежку. Уничтожьте зеленого дракона. Кости и прах. Завершение. Я понял, что за лаги. Алло, Алиса? Mm? Подавитель справа. Почему путь в этом, в РДД зоне, с твоей стороны? Подавители. Алиса, смотри. Слева. Дальний подавить левый, дальний... Слева. Ну так слева, два входа слева. Один ближний, один дальний. Следи за этим. Под Пуджа каток. В чем проблема? Ладно, ты шо, варов косплеишь, что ли? Подавители. Жирно там бьет сейчас. Лучше сначала подавители убейте, потом жирно убейте. У меня ревность нужна. Разгром слева. Разгром играем. Хант, который клыкач. Кидай, пожалуйста, ловушку ледяную до смерти жирного. Как ты умеешь? Моса, БР, Итио, Чебурлол, БР, Турбойс. Волдерних убил, серьезно. Баф даем сразу же по ним. Видишь, там ледяная ловушка. На 10% жирного кидай под него, чтобы червяки не ползали. Подавителя. Надо вырубать этот аддон в собаку. Разгром далеко справа. Силы мана надо вам. А кто знает, кстати, тут у духа гневных сбиваются косты? Да. Да. У магов? Не, у гневных духов наличие на второй фазе переходки. А, ты про... Подавители. Не знаю. Саша рогим на ману. Разгром. Инер по престу можно, шансон. Вот он мах далеко стоит. Чего он уже залил? Ген на ману отдавать? Отдавай. Подавители. Давай.
ебать лаги. А по Джао ее дали? Да, я. Ищи свет. Тут где-то жук залетел на другую. Кто там с активацией голосом сидит? Выключите, пожалуйста. Что жук проид залетит? Это всю семейную жизнь уже знаем вашу. Как только я выхожу, дайте подавителю. Подавители. Играем по подавителям. У команды. Чё, поиск рост. Рост. А Шансунг, дай по ней этот, придание сил. Один крылья и возложение рук. Пишешь меня сразу. Что там ещё, арпал? Медвей. Я уже дал. Ну, шея будет на танке или чё? Осколок будет или чё? Я не пойму. Осколок не вы ругаетесь, что ли? О, кольцо, нихуя себе, блядь. Да чё вы ругаетесь, когда всё хорошо? Да чё хорошего-то? Один осколок за всё целка? Чё хорошего? Я недоволен. Я понимаю, ты ругался бы, но он-то чё ругается?